cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на очередную серию безумных приключений. В общем-то, ребят, в прошлой серии мы остановились на том, как мы сходили, там данж был вон в той стороне, и мы нашли себе новый домик. Домик, он посреди моря практически находится. В общем, я его немножко переделал, и вы хотите это увидеть. Да, я знаю, вы это хотите увидеть. Итак, приступим. Вот он теперь, мой домик. Он вот таким вот стал. То есть здесь у нас такая вот, как бы небольшая для лодок пристань. Здесь можно лодки поставить и выплывать туда. Так, что еще? Да, пардон. Просто здесь была туева куча мобов, и мне как-то было не очень хотелось с ними дружить. Так, мы можем пройти с этой стороны, то есть здесь у нас такая вот кабинка. И с этой стороны, здесь у нас тоже такая кабинка есть. Вот так. И у нас также есть подъемы наверх, и здесь такая вода, я вам расскажу потом, для чего она нужна. В общем-то, поднимаемся наверх, здесь у нас кроватки, тут сундуки, тут верстак и печка стоит, ну и наковальня. В сундуках туева куча хламья, они практически полностью забиты. Давайте все-таки я сделаю звуки чуть потише, на десяточку где-то. Вот. Сундуки у меня практически забиты всяким хламьем. Это хламье я подобывал с кораблей, то есть с вот того вот корабля и там с большого корабля. Я там облутал еще не все сундуки. Вот. Так, и также подобывал в том данже. Я полазил в том данже и разгриферил деревню. Ее сейчас вообще там нету. То есть, смотрите, мы нажимаем карту. И вот она, у нас тут была деревня, и ее здесь нету. Я ее полностью уничтожил, так сказать. Ну и исследовал немножко карты. Вот. А именно, нашел, кстати, метеориты. Вот они падали здесь. Вот, вот, вот. И где-то еще тут. По-моему, вот тут, да, вот тут. И спросите вы у меня, откуда у тебя такие вещи, какие-то там фразолит сворд, фразолит пикс, короче, мой английский меня очень подводит, откуда у тебя вообще такие оружия? И у меня гавкает собака, да. Так, откуда у меня такие оружия, спросите вы? А это все потому, что с этих метеоритов добывается вот такая вот руда. Так, где она у меня? Вот она. Фразолит кристалл. Добывается такая руда. И из нее можно делать всякие ништячки. Из вот этой вот я посмотрел, из нее тоже можно делать всякие ништячки. Только в этих ништячках нужно железо. То есть, допустим, мы хотим сделать себе кирку. Мы вылаживаем вот таким вот макаром железо и сверху уложим фразолит. Точнее, не фризолит, а метеоритную руду. И у нас получается вот такая кирка. Хватает ее на 900 использований! Нихера себе! Ребят, вот эта кирка, она на 900 использований. А все инструменты из фризолита на, по-моему, на 200... Сколько там? 226 использований. То есть это очень классные инструменты, получается. Я еще предлагаю попробовать сделать меч из этого же, такс, и из метеоритной руды. Так, я ее надобывал очень-очень много, поскольку 4 метеорита, 2 фризолитных и 2 метеоритные руды. Так, давайте попробуем сделать меч. Да, мы сделали меч. Урон 8, метеоритный меч, короче. Так, давайте вот так положим. И тоже на 900 использований. Я так полагаю, что можно пока что выложить наши вот эти вот мечи. Они нам не пригодятся. Кирку я тоже, думаю, выложу. Ну, а эти я оставлю. В общем-то, вот так вот я переделал свой домик. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ах, да, еще забыл вам показать, что у меня здесь. Здесь у меня стоит тоже верстак. Стоит столы зачарования. И стоит какая-то херня. Я не знаю, что это такое. И стоит какой-то тоже столик. Я тоже не знаю, что это такое. Ну что ж, что мы будем делать сегодня, народ? А сегодня мы будем начинать изучать какие-то... А, нет, нет, не изучать. Я забыл то, что я вам обещал в прошлой серии, что мы облутаем сундуки.
Такс, отправляемся вот сюда. Так, телепорт. Ага, ясно. Я опять не подготовился, я знаю. Так, отправляемся сюда. Здесь у нас, что мы можем здесь найти? Здесь я тут поубивал больше половины, точнее, не больше половины, а всех вот этих чувачков, которые здесь были. Если вы помните, тут их было очень-очень много. Вот, и потому что мне сражаться с ними как-то в серии не очень хочется. И да, я здесь, кстати, облутал все сундуки. Нам надо, кстати, их добыть, эти сундуки, потому что они нам нужны. Здесь я облутал, а наверх я убил всех там наверху, но сундуки я еще не лутал там. Так, значит, давайте сейчас облутаем, точнее, соберем все эти сундуки и облутаем их. Облутаем вот те вот верхние сундуки, я думаю, и добудем обсидиан. Обсидиан нам нужен будет для некоторых крафтов, насколько я помню. Так, а тут что наверху? Мне интересно, я здесь наверх не лазил. Окей, здесь я вижу бумага какая-то есть. Давайте ее тоже заберем. Что это такое, в принципе, чистая... О, чистая карта, она нам понадобится. Здесь у нас железная броня, защита от снарядов. Фу, неплохо. Невесомость, тоже неплохо. Так, забираем. Здесь алмазики были. О, револьвер какой-то. Отлично, жемчуг Эндера. Упочные башмаки. Что? А, ясно, я могу быстро бегать теперь. Отличненько. Так, здесь тут куча золотых блоков. Длинный лук. Здесь тоже золотые блоки, яблочки, пластинка и еще одни такие башмачки. Я думаю, я свои выложу. Давайте я свою вообще броню всю повылаживаем. Она мне, в принципе, нафиг не нужна. У меня есть новая броня. Вот такая вот прикольная новая броня. И давайте сейчас посмотрим. Я тут посмотрел, что тут можно сделать. Так, берем. Нам нужен Industrial Craft. Где тут наш Industrial Craft? Его тут искать. Ух ты ж, матерь божья. Ага, вот он. Вот он, Industrial Craft наш. Нам нужно сначала сделать генератор. То есть сделаем мы... Начнем, короче, изучать моды с Industrial Craft. Сделаем сначала генератор. То есть... так, печка. Ага. А это из чего делается? Оловянная. Ага. Олово нужно. Оловянный слиток. Олова у меня, по-моему, очень много, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас... А, точно. Я же забыл. Так, там что внизу блямкает? А, там мобы спавнятся. Воу-в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 оу
забыл, что нам нужно добыть обсидиан. По-моему, он очень быстро добывается этой киркой, если я не ошибаюсь. Так, давайте. О, да, он очень быстро добывается этой киркой. Давайте еще теньки добудем этой киркой. Там, ух ты ж, матерь божья, что это за пауки такие? Так, выкинем. Репитеры нам пригодятся, выкинем пластинку. Так, выкинем кнопку, пластинку, пластинку. Все. Остальное нам... А, эта кирка еще притягивает. То есть она... Все, я понял теперь. Так, давайте добудем весь обсидиан, который здесь у нас. Ну, не весь, конечно, но... Так, звуки. Слишком громко. Вот так. Добудем весь обсидиан, который... Ну, не весь, но вот эти вот пока что две добудем. Так, есть, отлично. Добыли мы обсидиан. Нет. А, у нас уже места нету даже. Вот, все. Я думаю, стак обсидиана... Ну, чуть больше стака нам хватит обсидиана этого. Так, я думаю, TNT я тоже добуду. Такс, я не хочу... О, зомби с луком? Первый раз вижу. Все, умри. Так, давайте отправимся домой, поспим сейчас. Кстати, вот сейчас я вам покажу, для чего нужна была там вода. Отправляемся мы домой. И вот мы падаем. Видите? Я не знаю, как я поставил так waypoint, что мы, когда телепортируемся, падаем. Ну, я сделал тут такую водичку, она лишней здесь не будет. Так. Ой.
Ух ты, тут еще ими прыгать можно высоко. Нифига себе. Вот это вот офигенные ботинки, офигенские ботинки. Так, давайте выложим это все. Дело. А револьвер может стрелять? Мне просто интересно. Нет, на патроны, наверное, для него. Да? Я угадал? Ну, я ничего не нашел. Так, заберем факелы, они нам пригодятся. Что это за книжка? Я что-то изучил странное. Ну ладно, окей. Давайте поспим. Поскольку нам нужна точка возрождения здесь. И, по-моему, я там где-то поспал. Нам нужно олово. Да, оловянный слиток у нас есть. У нас их, правда, мало. Неэлектризованная сталь. Олово. Нет, нам не хватит олова, я так понимаю. Так, нет, вот так. Мне так проще ориентироваться. Оловянный слиток. У нас их очень мало. Да, у нас их... А, нет. В принципе, да, у нас их реально мало. Давайте отправимся все-таки в этой серии в какую-нибудь шахту. Давайте я телепортируюсь вот сюда, в деревню. Точнее, нет. Я не в деревню телепортируюсь, я телепортируюсь вот сюда. Где-то упал метеорит. А где же ты упал? А ну-ка по карте давай посмотрим. Нет, ничего мы не нашли. Давайте телепортируемся сюда. Насколько я помню, здесь у нас есть шахта. Да, здесь есть шахта. Кстати, что это за руда такая? Соль? Ой, я случайно добыл камень. Ну, булыжник, в принципе, лишний тоже не бывает. Так, я все ж выложил, да, я все выложил. А уголь нам тоже нужен будет. Так, давайте добудем уголь. Насколько я знаю, здесь где-то... Да, вот она, пещера. Я тут уже бывал в этой пещере. Ох ты ж, матерь божья. Что это такое? Умри. Еще какой-то паук ледяной. Ты тоже умри. Умри. И ты умри. Вот жопа. А ну давай, умри. Вот все-таки офигенский меч из этой делается. Из этой вот руды метеоритовой. Такая офигенский реально меч. Ой, что, чешуйница? Чешуйница. Воу-в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 оу
Воу-в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 оу. Что вас слишком много тут? Я не хочу я с вами дружить. Чешуйница поганая, умри. Ну, давай, давай. Да, все. Мне с нее что-то выпало. Окей. Походу... О, да что ж ты будешь делать, да? Умри, я сказал. Так, нужно... А, голод. Да ёшкин кот, Карин Бабай. Умри. Вот, все. Да ё-моё, сколько вас тут будет-то? Там их, по-моему, еще больше. Так, давайте. Кстати, вот эти лемон-желе сэнги... Ну, короче, сэндвичи с лимонным желе, они довольно-таки неплохо восстанавливают хаосу. Точнее, не хаосу, а голод. Так, надо добыть уголька. Надеюсь, тут чешуйницы не будет. Давайте. Да не, пошла вон. Пошла вон. Так, налетаем. О, мне выпал с нее нагрудник на взрывоустойчивость. Неплохо, неплохо. Так, чешуйница. Поганая, умри. Так, давайте отправимся куда-нибудь вот сюда. Я не хочу с чешуйницами дружить. Я вижу здесь крипера. Мне бы... Умри. Так. Умри. Все, отлично. Тут я вижу ту его кучу кварца и туда какой-то проход. Давайте сейчас добудем вот этот кварц. Он довольно-таки полезная штука. Чешуйница опять. Умри. Так. Я думаю, лучше я сделаю вот так. Поскольку мне так будет ближе. По-моему, нет, чешуйницы здесь не было. Я уже, знаете, так предполагаю, есть чешуйница или нет. Вот все-таки с этими ботинками вообще шикар. Шикардос. Ух ты, матерь. Вау, прикольно. А что это такое? Алатит какой-то. Так, давайте его... Блин, у меня уже инвентарь забитый. Так, давайте это... Нет, давайте еще алатита добудем. Я не знаю, что это такое. Давайте телепортируемся домой. Выложим весь хлам. Телепортироваться. Вот так.
И выложим весь этот хлам, сколько он мне не нужен. Ну, блин, сундуки. Вот надо будет решать как-то проблему с сундуками, поскольку мне не очень нравится это все. Так вот, сундуков очень много. Я думаю, когда в дальнейшем я перееду отсюда, то есть с этой платформы. Так, давайте отправимся назад в пещеру, я думаю. Так, телепортируемся. А, так, где эта пещера? Вот она. По-моему, нам даже никакой урон не наносится. Да, нам урон не наносится. Давайте добудем эту руду. И, насколько я знаю, нам еще нужно будет для проводов. Такое дерево есть, но нужно будет для проводов нам. Небесные ботинки как-то не очень тратятся. О, матерь божья, сколько вас тут? Умри, умри. Есть, все. Убили. Молодцы мы. Значит, давайте вот это добудем. Вот это добудем. Так, где? Так, тут я побывал уже. Тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, тихо, тихо. Я знаю, если сломать лед. Нет. А, вот все. Так, тут этих очень-очень-очень-очень много. Так, надеюсь, ты... Не-не-не-не-не, я не умру. Так, стоп, паутина. А-а-а. Так, все. О, давайте туда гранату кинем. Блин! Как ее кидать, кстати? Говоря. Так, она с притягиванием, эта кирка, она вообще шикарная. Так, тут вода. Блин, я туда не залезу, да? Да, я туда, наверное, не пролезу. Ух ты, сколько мне с них брони повыпадало-то. Какая-то форс... Ладно, неважно. Я, по-моему, их убил. Да ё-моё! О! Ай-яй-яй! Нет, не умру! На! На! Ес, книга. Книга. Ну да, не умру я. Давайте телепортнемся. Телепорт. Все, их вроде бы нету. Можно добывать спокойно ресурсы. Так, тут у нас... What the fuck? Чего оно не добылось с первого раза? Это тоже добываемо, но нам все понадобится в крафтах. Да, мы будем очень много крафтить. Я вижу, там спуск вниз есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Я дурак. Ой, я дурак. Я всю свою кирку потратил. На булыжник. Да. Ой, ладно. Так, так, так. Нет, так, так, поверхом, вот. Телепортируемся назад. Ладно, сейчас, да не беда, в принципе, мы сейчас опять же выложим всю, да ё-моё, выложим всю, все наши вещи вот сюда, всю броню, все это мы повылаживаем. Видите, сколько всякой, всякого дропа с них выпадает, и очень много. Кстати, я тут пытался луки зачаривать на бесконечность, но у меня нифига не получилось. Так, мне нужно железо, два железа. И нужна метеоритовая руда. Вот он, три штучки. Все. Такс. Значит, выложим так железо и выложим так. Все. Отлично. Метеоритная кирка у нас уже есть. Теперь мы можем спокойненько отправляться. Так, в наш, так сказать, место, где мы можем добыть очень-очень много ресурсов. И где-то тут я добывал эти ресурсы, я уже забыл. Так, ага, вон тут еще это есть. Да ёшкин кот, Карин Бабай! С шифтом все-таки неудобно добывать, очень неудобно. Так, да еще и кирка на притягивание, твою мать. Ладно, ничего. Так, нужно похавать. Все, сэндвичи мы наелись. Так, зато руды очень быстро мы нашли. Очень много... Да ёшкин кот, Карин Бабай. Грёбаный ты шифт. Не люблю я тебя. Все. Так, нужно как-то каким-то образом закрыть эту воду.
Ну а сколько кобблстоуна-то? В принципе, из него можно будет всякие плюшки сделать. Ну, я думаю, они нам не пригодятся. Так, аккуратно. А вон еще там вода потекла. Да, по-моему, вот тут вода. Все, мы это все закрыли. Так. Все-таки мы дофига, да ё-моё, руды нашли. Здесь. Так, добываем это все дело. Да ё-моё. Ну давай. Вот не люб... Вот с шифтом, конечно, добывать одно блаженство, но, блин, случайно ударишь, и пол кирки у тебя уже нету. Так. Вон я еще вижу. Я успею добыть? Нет, я не успею добыть. Не, да, я не успею добыть. Значит, давайте спустим. Давайте соль добудем, что ли. И добудем олово. Олово, оно нам понадобится. Вот. Что это такое? Да, я в пещере. Так. Добываем вот это. Добываем уголь. Вот углем мы обеспечены реально. Жестко. Блин, у меня же кирка на притягивание стоит. Ну ладно, давайте сейчас весь булыжник. А у меня еще и меч на притягивание стоит. Ну вообще шикарно просто. На! Не люблю я. То, что это кирка на притягивание стоит. Вот это вот, конечно, фигово. А так, в принципе, отлично. Все. Так, добываем руды. Нам нужные нам. И эта пещера, я так понимаю, себя уже исчерпала. И уже у нас настала ночь. Отлично, просто шикарно. Так, нужно взять эти бомбочки. И я лучше сделаю вот так. Ух ты, привет, мадмуазель. Как у вас дела? Хотите познакомиться? Ну, давай. Ну, как хочешь. Окей, значит, нам, давайте, весь вот этот кобблстоун, он нам, в принципе, не нужен. У нас его просто дохренище. И мы его сейчас просто выкинем. Кобблстоун, вот так, и рассортируем инвентарь. Все, окей, что у нас тут есть еще? У нас вроде бы больше пещера это себя, как я уже сказал, исчерпала. Тут спавнер стоит, нифига себе. Воу-воу-воу-воу-воу, чешуйницы. А, умри. Какое-то дерево. Ну, эндермен, я на тебя внимания обращать не буду. Я буду тут себе дальше добывать ресурсы. Сейчас мы добудем, что эта кирка у нас уже все исчерпает себя. Ой-ой-ой, чуть кобблстоун не добыл. Так, крипер. Вот тут какие-то странные тут криперы. Ну, офигеть. Так, ладно. Тут, по-моему, у нас ничего. Хотя нет, там ресурсов много. Нам сейчас самое главное это добыть алюминиевую оловянную руду. Я без съемок ее переплавлю, наверное. Потому что я думаю, вам будет не очень смотреть, как я это буду все эти руды переплавлять, брать, вот это вот бегать, все переплавлять. Я думаю, вам будет это не очень по кайфу смотреть. Поэтому вот так. Я вижу там много-много кварца. И у меня уже скоро за... Ой-ой-ой. Ух ты. Какая-то руда странная. Ну ладно. Добудем уголька. Немножечко. Так. Вот таким вот образом. И добудем кварца. Все, у меня кирка закончилась. Надо было себе еще одну взять. Ну, в принципе, я думаю, этого хватит. Нам пока что. Уголь у нас... Углем мы обеспечены очень хорошо. Обсидиан нам тоже. Так, давайте home, телепортируемся, и все. То есть, вот так. Вот такая вот у нас получилась серия, поход в шахту. Вот так, да. Значит, давайте сейчас сразу это все выложим в сундук наш родимый. Я, наверное, тут все без съемок рассортирую еще добавок. И надо нам еще поискать будет... Давайте сейчас поспим. И мне надо будет просто
я вам сейчас покажу, что я оставил от деревни в конце видео. И поищем гвинею. Такое дерево есть такое. Оно нам понадобится в некоторых крафтах, вот в крафтах резины. А резину мы можем только добыть с латекса. А латекс, он добывается как раз-таки с этой гвинеи. Или как-то оно так называется, это дерево. Значит, телепортируемся мы вот сюда. И что мы видим? Мы видим пустота. То есть вот они, видны здесь были грядки, здесь было, видно было, что здесь было, видно было, что здесь было, капец, я сказанул, видно, что здесь была какая-то цивилизация, так сказать. Вот, как вы можете заметить, здесь пусто, то есть вот. А вот она, кстати, по-моему, это и... нет, это не она. Обидка. Вот, смотрите, вот он, кстати, метеорит, который здесь упал, который даже, по-моему, нет, здесь руды не осталось, это метеоритное, обидно. Но, я думаю, еще будет падать. Кстати, а ну давайте посмотрим, так, не то. Посмотрим на карту, может где-то еще даже метеорит упал, и мы сейчас прям на съемку пойдем туда. Вот тут, походу, метеорит упал. Ну, я туда не хочу далеко это сильно идти. Мне нужно сейчас найти гвинею. Вроде так это дерево называется. Чтобы начать изучать мод Industrial Craft. Я все-таки решил начать изучать моды с Industrial Craft, поскольку это будет слишком, ну, всякие таункрафты будет изучать довольно-таки тяжело. Так, я не могу найти это гребаное дерево. Такс. Ну давайте, ладно, я тогда уже без съемок это все понахожу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.